Ну что, давайте строить большой улей. Кто собрал уже на? Так. Осветитель. Я. Ты дурак, что ли? Это что? Навес. Навес давайте сюда. Трансформатор сюда. Мутатор. Сюда. А где мой осветитель? Куда он делся? А, вот он. Я уже испугался. Он куда-то исчез. Так. Еще два Э. Я сказал Э. Да, твою ж дивизию. Так. Крыша из 9 деревянных плиточек. Если мне... Ой, склероз мой. О, оно, дерево. Так, переставим сюда панельку. Ставим сюда проводочек. И вроде бы то даже работает. Так, осталось сюда засунуть. Сейчас мы сюда кого-нибудь засунем. Это не вопрос. Кого-нибудь найдем. Какой-нибудь прос... Да пошла ты, блин. Это вот эти вот сволочи, блин. Тропические меня дубасят. Ну, факем в руки. Так, это кто? Вот лесная принцесса. Да, возьмем обычный трутень. Да. И нехай размножают. Не сюда. О! Все, успокоилось. Замечательно. И будем посмотреть, что из этого всего. О, бабочки. Что из этого всего получится? Инкубатор накапливает личинки принцесс внутри улья. Ну и нехай накапливает. Все, будем ждать, посмотрим, как оно пойдет. Работаем дальше. Ох уж эти пчелки, чтоб их. Поставил маленькую МЕшку. Думал через МЕ-сеть автоматизировать сам улей. И так мучился. В итоге оказалось, что в этой сборке пчелки и МЕ-сеть ну никак дружить не хотят друг с другом. Поэтому я сделал самую передовую на свете автоматизацию. О! Две трубы. Забираем и вставляем. Всего лишь навсего. Личиночки наши работают. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут получается с квестами. Так, где? О природе. Я уже тут вот поназдавал чуть-чуть. О, работает. Все работает. Так что придется так жить с этим. Единственное, что есть еще один вариант. Поставить сюда мусорку. И соты сбрасывать в мусорку. Потому что соты, по большому счету, мне не нужны. У меня их и так тут накопилось, этих обычных сот. Просто дофига. Ой.
Бабочка. Ну ничего. Осталось тут поставить еще электростимулятор, воткнуть туда железную печатную плату, чтобы они быстрее работали. Ну а так пока пусть пашет. Ну а мы с вами сейчас пойдем. Один. Да, тут я поставил еще два кведа. И они мне, чтобы они быстрее перерабатывали руду. А мы с вами сейчас один мечик сделаем. Иловой называется. Тоже квестовый. Идем сюда. Идем сюда. И не хочет, зараза, так. Чтоб он был здоров. Ну, давайте по рабоче-крестьянски, что ли. Дальше. Дальше это вот так. Память девичья. Я... Это вот так. Это вот так. Это вот так. Это вот так. А это вот так. И вот он, силовой энергетический меч. Чуть-чуть получше, чем мой. Сейчас мы его сдадим. А где он тут? Энергетическая мощь. Обнаружить. И нам дадут несколько ядер, улучшения и облик. Какой-то другой. Сейчас посмотрим, что за облик. Нам тут скинули. Ничего себе. Редкость абсолютная. Ну, давайте посмотрим. Интегратор модулей. Модификация. О. И кто ты такой? Ого. Палочка-выручалочка. Ну, нормально. Жить можно. Так, ну ладно, я дальше работать. Изменил немножко свой садик. Во-первых, энергетика немножко уже идет по-другому. Стоит солнечная панель. От нее универсальный передатчик передает энергию на реле из драконика. А реле уже всю энергию распределяет на энергетические передатчики. Чтобы трубы не тянуть. Расставил ульи, чтобы побольше территории охватить. И немножко другие деревья посадил. Это, во-первых, каштан и несколько слив. Каштан со сливой должны дать мне персик, по идее. И посадил сакуру и пару лимончиков. Это должно мне дать помело. От помело и персика уже идут остальные деревья. Ну и посмотрим, что из этого всего получится. Вот не знаю, нафига держу эту свиноферму до сих пор. Сколько там розовой слизи накопилось уже? 114. Ее хватит еще на несколько вот таких вот лазерных сборок. Но периодически приходится приходить и снимать этот, менять этот барабан с жидким фаршем. Он забивается очень быстро, прям. Вот он. И ставить его на опустошение. Вот сюда. И он потихонечку отсюда трубой в жидкостную мусорку все сливает. Ну да ладно. Так, что у нас тут? Ё-моё, кило кефира. Так, а ну-ка давай мы тебя это все. Вот сюда вот. Всю эту сталь. Никель, дэш,
весь этот кинем и пойдем посмотрим, что там накопилось интересного в наших установках лазерных. Сколько мусора там. Так, рысь. Ядрить, колотить. Это что? Это магний. Заберем один. Урбалит. Заберем один. И еще два никеля заберем. Дальше. Заберем отсюда пару уголечков. То есть штуки три. Так, отсюда мы заберем. Ага, тут песочка нет. У меня есть тут песочек. Песочек. Идем сюда. О, и тут магний валяется. Офигеть. Работай, негр. Так, и сюда. Вот так. Вот так. И вот так. Что? Работает. Все замечательно. Так, что у нас? А у нас в квартире газ. А у вас? А у нас водопровод. Вот. Так, тут и мне ничего не надо. Куда-то пропала иконка с квестом. Новый модник. Тоже непонятно. Молекулярный преобразователь. Промышленный. Ой, ёкарный бабай, как я тебя ненавижу, блин. Для того, чтобы сделать 4 таких... Что там не хватает? Да не так уж много и не хватает. Пластинок лазуритовых 400 кабля. Олова не хватает немножко. Иридиевой руды не хватает немножко. Венца. И все. Ну, сейчас делаем, не вопрос. Так. Вставляем последний элемент. Промышленный молекулярный преобразователь. Готов. Ну, давай посмотрим. Что это за штучка? Лобысь. Ого. Так, ладно. Это лучше смотреть в деле. То есть тут. Ой-ё. Звездочек-то сколько. Так. Ставься. Как быстренько набирается миллиард ЕУ. Вот отсюда. Оп. И готов. А ну-ка проверим. Берем так железо. Идем сюда. Вставляем. Охренеть. И все. Как все четко и замечательно. А давай на звездочках проверим. Там все-таки побольше будет энергии тратиться. Ой-ой. Как все. Бац, и нету. Ладно. Это сюда, это сюда. Что нам дают? Так, обнаруживаем. Силовой корпус и... Одна солнечная панелька. Ну, замечательно. Что тут остается-то? Источник лавы. Там наверняка еще что-то есть. Ну-ка. Генератор лавы. Ну, это просто. Я сделаю. Так, вставляем последние элементики. И получаем генератор лавы. Так, что у нас там?
не забираешь, слава богу. Ну и хорошо. Так, две солнечные панельки еще. Ну ладно. Мощное улучшение. Лава-генератор и улучшение лава-генератора. Что нам дают? 5 таких, 5 таких и 5 таких. Удач. А, это спавнер. Шанс. Открывает простой. Ну ладно. Так, лава-генератор. 2 геотермальных. Короче, сейчас будем делать. Так, опять же втыкаем последние две штучки. Забираем. О, нафиг. Ага. Улучшение си. Ядрить вас через коромысло. Еще два. Ля, извините. Ха-ха-ха. Улучшение седьмого тира. Почему два? Потому что у меня, оказывается, один еще был. А больше тут у меня нигде не завалялось, и что? Лава генераторов. Вот один завалялся. Так, сладкий мой. Иди к папочке. Так, а тебя мы поменяем сейчас на другое. Возьмем отсюда. Нет. Да, хотя бы такой. Так, там нужно эту гадость чем-то закрыть. Это сюда. И пуньк. Подключилось. Ну и замечательно. Работаешь. Я думаю, тебя хватит. Так, вот три. Где-то мышо. Нет, этот я забирать не буду. Этот я не буду забирать. И больше нигде ничего нету. Больше я нигде не ставил. Вроде нет. Ладно, сделаем еще один. Знаете, уже собрался вроде бы делать вторую, последнюю часть. Но в последний момент обратил внимание, что здесь нужно улучшение лава-генератора шестого тира. А тут еще два лава-генератора. А то делается из пятого. А тут еще два лава-генератора. А тут из четвертого. А тут еще четыре. Ну и так далее. Тут еще три. Тут еще один. Тут еще один. И сказал, нет уж. Спасибо. Как-нибудь в следующий раз. А я хочу сейчас сделать еще один репликатор. И вот этот весь кусок легко поменять. Сейчас этим и займемся. Так. Репликатор. Так, иди сюда. Что для тебя нужно? Два трансформатора, это не проблема. Два телепортера, это мелочи жизни. Два МФЭ и гня. Да, в принципе, все сейчас делаем. Пошел проведать свой садик и обнаружил, что у меня появился наконец-то персик. Плоды самого персика мне не нужны, но вот вместе со сливой он даст необходимый мне нектарин. Ясно, здесь оно не хочет расти.
почему-то. Так, где у тебя так? А здесь ты. Так, тот может вытащить его? Где б тебя так засадить? А здесь? А что такое? Что случается? Ладно, сейчас посадим. Где не будет. Вот, например, тут. О, нехай растет. Так, это обратно сюда. Так, да. Про ромашку идет она нафиг. Вренч. Так. Нам надо закончить репликатор. У меня было уже все готово. Забираем его. И начинаем тут. Так. Для начала мы все вот это убираем. Пошел нафиг. Тоже. Так. Так. Так и так. Ты уйди пока. Ой. Не надо так было делать. Хотя ты тоже уйдешь отсюда сейчас. Ну что? Закройся. Блин, 12 тысяч. Половина прошла. Ладно. Мы пока все остальное перенесем. А это мы пока... Ой, бля. Извините за мой французский. Ладно, сейчас с этим что-нибудь придумаем. Ну, бордельера тут творится. Песочек пока мы уберем. Давайте мы песочек стеклышко превратим. Вот таким вот быстрым способом. Вот, и забираю его отсюда. Чтоб я его не видел. Так, ой, не сюда. Туда. И туда. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Стоять будете здесь, да? Ладно. Раз. Два. Так, это сюда. Так, первым мы ставим хранилище шаблонов. Вот что там интересно, сохранились шаблоны? О, сохранились, слава богу. Так, и ставим это. Это у нас что? Это репликатор. Один ставим сюда, второй пойдет сюда. Так. Это мы снимаем и поставим его. Так, ты где? Поставим его сюда. Так. И иди сюда. И вот так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше придется ждать, когда это закончится. Нафиг ты его вырубил. Но это ждать недолго. Так, блин. Ладно, как закончится, я подойду. Так, продолжаем снимать все остальное. Так, есть еще место? Есть.
это тоже есть еще место. Что одно есть. Так. Где? Компрессор нейтроне сюда пойдет. Помещать. Дальше. Хранилище шаблонов. Туда. На месте. На месте. Дальше это мы открываем. Репликатор, чтоб он был здоров. Вот сюда. Есть. Дальше. Подключаем вторую трубешку. Ставим пчелон. Ставим второй. И протягиваем еще один. Еще одну кабелину. Куды. А сюда ставим шину импорта. Чпуньк. Так, где-то тут у меня лежали, по-моему. Ага, вот они. Две карты ускорения. Иди сюда, туда. И пока временно заглушечку поставим. Здесь такая же заглушка стоит, чтобы она пока ничего оттуда не трогала. И заглушку закинем обратно. Дальше. Дальше. Это по большому счету надо бы хотя бы сюда поставить. Отдай сюда. Ведро. Где-то у меня тут ведрышки валялись. Оп, оп. Так, это сюда. Это рада. Так, так. Дальше. Не туда стал, дурак. Вот сюда. Ты где? Вот так. Брысь. Дальше. Это сюда. И это вот так. Здесь надо все закрыть. Сейчас мы заберем отсюда. Так, крышка. Есть? Таких чуть-чуть. Так, это сюда. Все, вон. Это сюда. Блин. Ты что поставил? Мне лампа нужна. А вот такая штука. Так. Иди сюда. Вот так. Так. Это мы сделаем вот так. И поставим здесь. А здесь мы поставим вот эту вот штукенцию. А где мои еще? Придется брать отсюда трубы. Ой, проводочки. Вот так. Есть, есть, набирается. И нам нужна еще одна черная. Черная, черная. Очень черная. Так, чтобы закрыть. Не, нам дырку-то закрывать не надо.
Так. Тайдарадарада. Рысь. Где? Вот, хоп. Пойдет сюда. Дальше. Отсюда вы будете выходить. Оп. Так, а давай мы пока тебя уберем. Потому что нам нужно... Так. И где-то, по-моему, она здесь. Давай, блин. Ага. Вот так. Вот так. Вот так. И дальше протягиваем. Так. Отвали, моя черешня. Брысь сюда. Закройся. Оп. Так, так, так. 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 И так. Все, все. Есть контакт. Нет контакт. А. Это-то есть. Пока этого нет. Дальше нам нужны... А сколько у меня этих труб края? Жидкостных. Это предметная. Еще... Ой, не сюда, сюда. Мне нужна еще парочка. Вот так. Вот так. К сожалению, вас придется тоже отсюда убрать. И сделать вот так. Дальше. Трубы парохода. Иди сюда. Нет, туда-сюда нам не надо. Нам нужно только помещать. Вот так. Вот так. Здесь тоже только помещать. Жидкостная труба края. Замечательно. Дальше. Это закрывается. Да, еще одна труба. И так, промышленный генератор материи. И идет сюда. А тут подключаем его. Работает? Ага. Включить надо. Надо включить и поставить ускоритель. Так. А здесь мы ставим только извлечение и убираем эту штучку и закрываем дырочку. Так, как вы тут? Загружаетесь? Загружаете. Это хорошо. Так, компрессор нейтрония. Тут у нас мы помещаем, тут извлекаем и тут извлекаем. Подключен. Подключен. В принципе, все, что надо было. Нет, не все. Это сюда. И мы возьмем один. А где? Так. Куда я его дел?
А вот она. Так. И ставим хлоп и проверяем, есть. Есть. Засосешь. Засосал. Только надо опять этот заглушку пока поставить, чтобы оно забирало не все и не сразу. Все мне не нужно. Потом, когда надо будет, я буду ее включать. В принципе, работает. Генератор материи стоит здесь, потому что с этой стороны будет еще одна такая же парочка стоять. Так, а что она там? Так. В принципе, все. И есть проход на мою же территорию. Так, нагрелся. Здесь работает. Здесь все работает. Ну все. Пока все. Только единственное, это мы. Это у нас что умный изменчик, да? Поменяем нам. Нам усиленный не нужен. Умный изменчик. Мы поменяем на этот. Вот эти вот. И собаки бешеные. Вот так и вот так, потому что я буду тянуть дальше. Ну все. Все готово. Ладно, мальчики, девочки. Я на этом с вами попрощаюсь. Пойду я тут разбираться с новой территорией. Нафига она мне нужна, не спрашивайте, чтобы было. Вот, а я тут. Так, персик. Кто-то у персика уже вылезло. Здесь, да? У персика вылез персик. Ну и фиг с ним. О, и тут что-то. У сливы вылезла слива. Ладно, мои дорогие. Я на этом попрощаюсь уже полностью. Ну как полностью? На сегодня. Всего вам хорошего. Пока-пока.